Соревнования по черлидингу среди юниоров Азербайджана состоялись в режиме онлайн. В период пандемии проводить массовые мероприятия запрещено, однако в честь дня основания Министерства молодежи и спорта Федерация черлидинга впервые организовала дистанционный турнир. Со времени основания Министерства молодежи и спорта в стране проводилось очень много республиканских и международных соревнований. Сейчас, в период пандемии, подобные мероприятия стали невозможны. Поэтому Главное управление молодежи и спорта приняло решение перевести турниры в онлайн-формат. Сегодняшние соревнования приурочены ко дню основания министерства. Групповые упражнения были отменены. Юные спортсмены выступали только индивидуально. Президент Федерации черлидинга Алла Власова подчеркнула, что приспосабливаться нужно к любым условиям. Немножко сложно было, конечно, готовиться. В первое время, когда только начался карантин, дети сидели дома, и родители стали жаловаться, что они стали вялыми, они стали безинициативными. И в то время прозвучал призыв нашего Национального олимпийского комитета Эвдеагал Идманангалма. И вот этот призыв нас как бы вдохновил, и дети стали заниматься онлайном. Мы стали проводить тренировки по онлайну, Zoom, по Zoom-системе. Мероприятие состоялось при поддержке Азербайджанского государственного экономического университета при Министерстве молодежи и спорта. Алагёс Гаджиева, Сеймур Сахипзаде, CBC.